Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Дети Земли». Мы обратились к вам в связи с тем, что наша семья оказалась в затруднительном положении. В 2014 году у нас родился наш сын Калашников Макар. Но после рождения мы увидели, что у него отсутствует полностью левая ручка. Мы обратились за помощью в город Санкт-Петербург, в клинику Альбрехта. Уже на 8 месяцев наш сын перенес операцию, полицизацию на правой кисти руки. Но в связи с тем, что у нас отсутствует рука, к сожалению, не удалось избежать последствий. На данный момент нам, помимо первого диагноза, еще поставили сколиоз второй степени. В связи с тем, что наша семья находится в трудном финансовом положении, мы обратились к вам за помощью. Вы наша последняя надежда, и мы надеемся, что вы сможете нам помочь.